ты, когда вот этими темами начала заниматься, или там, начиная с детства, у тебя этот был просто бунтарский дух всем назло? Или это, наоборот, было какое-то... Наоборот, что если не я, то кто начнет об этом говорить? Наверное, концепции «назло» особенно в детстве у меня не было, потому что у меня не было, ну, какого-то... То есть у меня была клевая среда, ну, принимающая среда в семье, очень крутые там учителя. В какой-то момент, наверное, ну, именно когда был активизм, это было, ну, как, а почему так? То есть почему про это не говорят? То есть активизм, как мне кажется, не может быть комфортным.